Добрый день, подписчики и гости канала. Да, немножко пока настраивал стрим. Ну, скоро будет начинаться у нас квалификация. Она у нас находится на реке Ахтуба. И уже я подготовил все. После квалификации сразу создам соревнование, на котором можно будет попробовать выиграть DLC-шку. В левом нижнем углу у нас пишется, какая DLC будет разыгрываться. Это у нас будет Fishing Planet Salt Water Match Pack. Доступ он дает на 7 дней на озеро. Точнее, даже не на озеро, это локация соленых вод, писано, которая на 54 уровне доступна. Также он дает 7 дней према. И самое главное, дает неплохую удочку, которая тоже доступна с 50 уровней. Вот мы сегодня этот пак разыграем и попробуем, соответственно, выиграть в полуфинале, квалификации. На самом деле, главное не победа, а главное участие, поэтому начинаем. Привет, Антошка. Привет, Юра. И я вот уже присоединяюсь к квалификации. Начну ловить. Ну, буду бегать между двух локаций. Широка, как душа, русская река Ахтуба. И пионер всегда готов. На этой локации нам периодически будет приветствовать паровозик. Ну, как бы да. На Ахтубе, кстати, лещ очень хорошо ловится. Надеюсь, он так и будет ловиться. Сейчас я уже присоединился. Зайду и попробую замешать себе прикормку. А, да, я нашел еще пару точек. Я сейчас тебе вначале сразу их скину. Ты сейчас будешь ловить или будешь позже присоединяться, чтобы я понимал, сейчас время тратить или потом? Так, стоп. На турнир. Зашел. Все, сворачиваю тогда все. И сейчас начну ловить. Так, что у нас тут есть? Первым делом нужно замешать себе прикормку, потому что без прикормки тут никуда не поедешь. Она нужна. Первую, эту прикормку, которая есть, я удаляю. Соответственно, то, что у меня тут было, тоже удаляю, потому что оно не нужно. И мешаю вот сразу килограмм прикормки. Все, готово, можно ехать. Первая точка у меня возле, это ямка возле нашей железной дороги, там где мост стоит. Сейчас попробую кинуть туда, посмотреть. По крайней мере, там у меня ловилось что-то. Это у нас 30 метров заброс прямо в ямку, центр ямки. Закидываем и стоим, ждем. Посмотрим, народ уже по 35 килограмм словил. А, я понял, значит сейчас я достану. Ну, сейчас как только достану, я сразу скину пару точек. Берша у меня еще не было тут. У меня тут... Ну, немножко меток на этой реке. На самом деле, я ее буду позже облавливать полностью, потому что я посмотрел, как бы рыбы много, клюет хорошо. Ну, по крайней мере, другую погоду клевала хорошо. И вот посмотрю, как будет сейчас тут. Есть первая поклевочка. Что-то она как-то клюет, но еще не клюнула толком. То есть она поклевывала пока только. Вижу, топ-5 у нас 24 килограмма. Подожди, тут тоже у меня сначала такая была поклевочка, потом пришел хороший экземплярчик. А вот паровозик, про который я говорил, что тут он достаточно часто катается. И отдает нам немножко, так,
сказать, приветствие. Как то же самое на Гентерзене у нас пароход катался туда-сюда, тут паровозик. Вот он уже продудел, на этот раз он дальше дудил, потому что сегодня стоял, облавливал, он прямо тут. Перезакину, что мне не нравится. Тишина такая. Заодно сейчас Антошке скину точку. Да, вот на этой точке, вот, где я сейчас нахожусь, у меня тут приходил уник. Вот я ее сейчас скидываю. У меня 4 точки получилось. Ну, есть одна еще, но она такая не очень. Причем точки достаточно рандомно было, так я пришел сюда, тут есть яма, давай закину туда. О, тут клюнул. У меня синца, кстати, ни одного не пришло, я сегодня вот прошелся так. Ну, посмотрим сейчас вот как будет, потому что пока вот у меня за 4 минуты ничего не пришло. Хотя до этого я проходил, облавливал, хотя вот сейчас поклевочка есть. Ну опять тишина. Чуть поклевала тишина. Ну, подождем. А, сейчас я достану, я как раз пойду на следующую точку, я тебе скину ее. Там что-то мелкое мне пришло. Ну вот, на 1,9 килограмма трофейничек пришел. Идем на следующую точечку. Чтобы не застаиваться на одной точке постоянно. Антошка как раз просит метку. Сейчас мы ему тут скинем. С этого вот мостика. У нас есть метка прямо. Есть метка направо. Вот она. Сейчас я скину Антошке. Не знаю, насколько эта точка будет хороша. У меня... Я-то закинул, пришел уник и поставил метку. То есть придет ли он там повторно, не могу сказать. Поэтому вот пробую облавливать. Там где-то примерно 66 метров заброс. Ну даже 60, ну и 65, я не докинул чуть до точки. Там был заброс у меня 66 метров, когда пришел уник. Кстати, тут глубина 13 метров, ямочка такая хорошая, может даже будет лучше. А, сом, да, может прийти тут, но я надеюсь, что мне сомы не придут, потому что все-таки на эту удочку тащить сома будет очень тяжело, и это, скорее всего, будет обрезание лески, чтобы не тратить время, потому что если придет сом, то я его даже не знаю, как тянуть тут. Удочка на 9 килограмм, конечно, можно, но сложно будет, поэтому лучше не надо нам сомов, постараемся обойтись сегодня без них. Пришел нам лещик. На 2,2 килограмма трофейничек. И сразу забросим вторую. Тут же вторая меточка. Это топовый фидер на 9 килограмм рассчитанный.
леска у меня на самом деле тут такая подпритык на 7,7 килограмма рассчитана. Уже видно, почти на 95% она задействуется, когда что-то тяжелое приходит. Ну, как бы тут идет как? Сначала идут фидеры, потом их продолжение идет донное удилище. Поэтому фидерам сильно не давали роль. То есть, по сути, ты на донку можешь поставить кормушку фидерную и также прекрасно ее использовать как фидер. Так, едем дальше. Пока, ну, берем пока все, потом будем решать, что выкидывать. Ну, мне не захотелось себе брать несколько удилищ, как бы, ну, есть такое удилище, почему бы уже с него не ловить. Кстати, точечка, где клюют сомы, хорошо, у нее белуга приходит. Вот тут тоже приходит наш лещ. Ну, по крайней мере, тут трофейный лещ приходил, думаю, сейчас придет, ну, хотелось бы, чтобы еще один трофейный пришел. Так, у меня уже получается 3 леща в садке и за 10 минут. Конечно, плохо, хотелось бы больше, но по чуть-чуть, думаю, что-то словим. Не забываем, сегодня у нас идет розыгрыш DL7. Он будет проходить на реке, на озере Фелкон после квалификации, то есть через 1 час 50 минут я создам соревнование на озере Фелкон, и все смогут присоединиться к нему, попробовать свою удачу. Поимки эталонной форели на 2 килограмма. На самом деле, я тебе скажу так, по поводу пингвилла, если хочешь ловить более крупные экземпляры, то лучше ловить с прикормкой. Если, в принципе, у тебя есть время, не хочешь тратить деньги, то на горох, на кукурузу прекрасно клюет без прикормки. А на тему спать посмотрим, как что у нас будет, сколько людей. Я думаю, не будут спать, думаю, человек 10-15 точно будет, может даже больше. По крайней мере, на форуме анонс кинул. И вас посмотрим, сколько людей придут. Потому что многие сейчас, кратко, те же 2 часа отлавливают квалификацию, и потом после квалификации захотят поучаствовать в чем-то другом, чуть развеяться. Ну, а на выходных, я думаю, проведем уже соревнование командное на озере, точнее, даже на реке Ахтуба, половим этого же самого леща, которого ловлю сегодня. Почему бы и нет? Если максимально быстро, с 51 до 55, то это берешь карповое удилище, берешь прикормку, бойлы берешь, тонущие и плавающие, и ловить трофеи уники на Weeping Willow. А метки, те, которые я показывал, где Антошка тоже давал, то можно просто ходить. Там поймал несколько уников, перешел на следующую метку, поймал несколько уников, на следующую метку. Так что мне на этой метке не клюет, значит, с нее ухожу.
Надо тратить время на ту метку, где не клюет. Ну или чуть позже к ней вернусь. Тут у меня есть еще меточка, правда, тут трофейного мне не пришло, тут пришли обычные. Но вот сейчас попробую, может придет трофейный экземпляр. По крайней мере, приходилось тут стабильно. Я закидывал и хорошо клевал вот слева. Буквально заброс там 60, тоже 65-67 метров. Ну, везет, Антошка. Хотя у тебя, ты же, говоришь, уже полчаса отловил, значит, у тебя график немножко изменился. А какую прикормку используешь? Потому что я вот Black River, Black Orchard использую. Может, просто думаю, Active Feeder лучше использовать. Ну, 20 минут первых, это первый час, когда слабая поклевка была. Так, тут тоже тишина, иду на первую метку. Если буду, наверное, 3 метки использовать, может 4. О, я на Германии толком не ловил, я там в Германии, Германия, Зандербакер, Германия, да. Я там зашел, чуть покидал и ушел там. У меня было что-то килограмм 10 поймано. Что я ночью зашел уже и мне просто засыпал на ходу. И решил, что лучше поспать и попробовать себя на Ахтубе. Что у нас получается? 40 килограмм уже на первом месте. 30 килограмм на пятом месте. Ну, где-то проходной, скорее всего, балл будет тоже в районе 35 килограмм, как был нам на гиттерзане. Может, ну, да, где-то, наверное, 35-40 килограмм будет проходной балл. И думаю, где-то в этом пределе нужно стремиться получить.
Вот поклевочка пришла, но что-то небольшое, я смотрю по нагрузке, это будет обычный лещик. Маленький такой, на 1,2 килограмма. Ну, пока он нам тоже подходит, и очень даже, я бы сказал, подходит. Потому что нужно набирать пока вес, а дальше уже потом улучшать вес. Привет, вампирчик. Пока поклевочки у нас нету, посмотрел, что у нас есть по месту. В данный момент 20 место 18,5. Но еще даже не закончился первые 2 часа. То есть еще не все закончили ловить. Тишина идет на этой точке, хотя до этого с нее трофик пришел. Хотя только сказал тишина, появилась какая-то поклевочка, посмотрим еще. В общем, нужно сидеть ждать, не спешить убирать удочку с места. Спасибо за совет, Антошка. Есть какая-то поклевочка и клюнула у нас. Посмотрим, что. Что такое хорошо идущее. Может, еще раз трофейничек придет.
Хотя нет, это падает нагрузка, все-таки это не трофейник. Я думаю, это обычный будет экземплярчик, может, на 1,2 килограмма где-то. Хотя, может, и трофейник килограмма на 1,3, на 1,5. Сейчас вот 20 метров дотягиваю, посмотрим, что будет. Заодно сразу скину сейчас меточки. Хотя нет, хороший уник пришел на 3 килограмма. Так, и скидываю метки, кто меня просил. Скинул меточки и продолжаем дальше закидывать. Так, еще что-то клюнуло. Смотрим, что будет. Ну, кстати, да, с подмоткой до ближайшей ямки хорошая идея. Нужно будет ее использовать. Напоминаю, сегодня у нас будет розыгрыш Saltwater Pack. У нас внизу пишется сообщение о том, что он будет розыгрыш. И разыгрываться будет на озере Falcon. Будем ловить эталонную форель, максимально приближенную к 2 килограммам. И победитель этого соревнования, которое будет длиться полчасика, получит подарок Saltwater Pack. То есть он сможет получить, если это будет... игрок, не достигший 54 уровня, то он получит доступ на локацию голубых крабов, острова голубых крабов, и также получит 7 дней према, получит прекрасное удилище матчевое. Так, что у нас есть поклевочка. Надеюсь, это не сом.
У нас вроде поклевочка была и тишина. Чуть подмотал. Буду по чуть-чуть подматывать. Прошло полчаса у нас соревнование. 10 килограмм за полчаса. Только пока один уник пришел. Пришло два обычных и два трофейных экземпляра. То есть уже 5 экземпляров есть в садке. И я думаю, скоро должен будет прийти еще один уник, потому что график поднимается, он улучшается. Так что на этой точке мне не везет, пока чуть-чуть подматываю. Как-то до этого тут клевало. Вот, кстати, клюет. А, блин, поспешил. Сейчас подожду, может, вернет. Так, у нас осталось, еще как-то точнее не осталось, прошло полчаса. И, наверное, сейчас вернусь, перезаброшу. Ну, сейчас перезаброшу тут, потому что мне не нравится, что так тишина долго. А потом, если что, буду ехать на другую точку опять. Вот, пришла поклевочка, что маленькое пришло, ну, тоже хорошо. Кстати, Антошка, на ком уже месте? Такой небольшой лещ пришел на 1 килограмм. Тут улучшилась погодка, лучше уже стало видно все. Попробуем сейчас закинуть сюда, потом кинуть. Возможно, пойдем к мостику покидать. Двадцать два килограмма за час. Ну, кстати, очень хороший результат. У меня за полчаса только 11 килограмм. Точнее, даже больше, чем за полчаса. Я не знаю, смогу ли до 20 килограмм дойти за час.
И какое место у тебя на 22 килограммах, чтобы ориентироваться примерно? Сколько уже сейчас пес занято? Я смотрю, вот у меня 11-12 килограмм, это 44 место. Судя по всему, не очень много игроков на Ахтубу поехало. Или все, кто хотели пройти, прошли уже ранее. Или, возможно, просто не все еще приехали, будут играть днем. Тишина идет на этой точке, значит, пора ехать на другую. Так, смотрю, топ-5 уже 37 килограмм. На пятое место вышел третий игрок клана Pro S-Club. Это Викинг вышел. Первое место Миша. Второе место Один. Третье место занимает на данный момент JPBR клан Zeiss Siva. Четвертое место Fishing Ding. И на пятом месте вот находится The Viking. Просто я вижу только 5 мест. Ну, можно, конечно, открыть табличку, посмотреть больше, но не будем тратить время на табличку. Насколько понимаю, уже Миша и Один отловили, потому что уже закончилось 2 часа. Ну или они на подходе, чтобы отловить. Что я смотрю, они почти с самого начала были. Так что я думаю, у них время уже на подходе. И, следовательно, они словили по 40 килограмм. И нужно стремиться где-то к 40 килограммам, чтобы пройти. А это нужно ловить по минимум по 10 килограмм каждый час, каждые полчаса. Точнее, а лучше больше пытаться поймать. Есть поклевочка. На самом деле, когда приходят уники, то очень хорошо они вес добавляют. У меня сейчас был один уник на 3,3 килограмма. Но максимальный, который мне тут приходил, что в районе 3,9 килограмм было. Я сейчас смотрю, вот у людей максимум 3,7. Ну, то, что я вижу в топ-5.
идет поклевочка. Может, сейчас клюнет, посмотрим. По крайней мере, чуть-чуть подергал, посмотрел. Чуть еще подтянул, обратить внимание. Сейчас, судя по всему, то время, когда у Антошки начали приходить уники. То есть, надеюсь, у меня они тоже сейчас начнут приходить. А, блин, рано подсек. Сейчас попробую перескинуть. Сейчас попробую еще раз закинуть, потому что походу рядышком он ходил, смотрел, а я в этот момент дернул удочку. Как будто на дне лежит, как будто покрышки лежат, отображается. Думаешь, будет всего килограмм 30? Хотя, да, наверное, килограмм 30 это гарантированно пройти квалификацию. Мне тоже сейчас бы еще два уника хотя бы. А лучше, конечно, три. Ну, посмотрим, как оно будет. По крайней мере, клюет. И хорошо, что хоть что-то клюет сейчас. 20 трофиков тоже было бы хорошо.
Хотя вот смотрю, Один еще ловит, уже 43 килограмма Один поймал. И топ-5 уже 37 килограмм. То есть, возможно, будет гораздо больше, чем планировалось. Чуть-чуть делаю подмоточку, потому что долго затишье, долго нет поклевки. Ну и смотрю, температура почти поднимается, воды уже 17 градусов. Хотя максимум будет, кажется, 18 по этому графику. Попробую сейчас закинуть на эту точку. У меня на всех точках немножко клев упал. При этом вот смотрю, типа 44 место и не двигает меня вниз, то есть новых никто сейчас не подходит играть, то есть вот все 40, там, 50 игроков, которые играют, судя по всему, я, наверное, замыкающая часть иду, то есть 13 килограмм. И, скорее всего, движение начнется, когда там в топ-30 входишь, и там уже какое-то движение будет, то есть я буду чуть ниже. Пошел обратно, то что-то совсем плохо тут.
кстати, нужно посмотреть, сколько у меня уже сейчас поймано экземпляров. У меня что-то в районе 6, наверное, или 7 экземпляров только поймано. Было 2 трофейника, 1 уник. Возможно, думаю, попробовать поменять наживку, попробовать поставить, может, кастеры, может, другой горох поставить. Хотя поначалу на этот горох великолепный швом. Сразу на всех точках перестал клев как-то идти. Очень даже странно. Да, что-то как-то непонятно стало. Сейчас сделаю еще пару забросов сюда. Если нет, тогда буду менять наживку, пробовать. Ну, вполне может быть, потому что я смотрю, уже топ-5 38 килограмм, и народ от 43 килограмма ловит, 43-42. Причем, я смотрю, уже 3 человека больше 40 поймало. И, по сути, вот 4 место тоже уже почти 40 килограмм. Кстати, нужно глянуть, сколько всего человек на квалификации. Чтобы уже понимать точно, что как будет. Я тоже был 44-й, стал 46-й, то есть еще 2 человека присоединилось ловить. Привет, Антон. Ну, на следующий день, к сожалению, у меня времени не будет уже половить, поэтому тут нужно долавливать сегодня, а там уже смотреть. Ну, как бы выключить игру тоже не хочется. Посмотрим, половим. Главное участие, как бы, хотелось бы, конечно, пройти, но если не пройду, ничего страшного не будет. Просто, возможно, связано с тем, что я до квалификации прошелся, половил, и у меня там буквально там 3 заброса сделал. 2 было уника, и 1 обыкновенный, трофейный экземпляр, что там метки поставил, прочее. А сейчас захожу, не клюет. То есть, может, с этим связано. Как-то там рассчитывается. Хотя не должно быть, потому что, по сути, это 2 разных графика, 2 разных дня.
Поэтому я думаю, что просто не повезло. В любом случае, сейчас попробую поменять уже что-нибудь, потому что вот перестало клевать на горох. И я, наверное, поставлю сейчас кастеры. Возможно, даже попробую поставить крючок поменьше. Что совсем не клюет. Нужно хотя бы что-то поймать, а уже потом улучшать крупным крючком. По крайней мере, я обновлю снасть, и будет видно, что и как. Так, что у меня есть? Сейчас попробую кастеры, потом еще что горох обычный позакидываю. С крючком поменьше. Ну, опять же, кидаю на это же место, посмотрю, что мне скажет удача. Есть поклевочка какая-то. Сейчас посмотрим. Хотя бы сейчас обычные экземпляры приходили. Ну, что-то клюет. Это хорошо. Вопрос, что это клюет? Странно, что с метки возле сомов мне еще ничего не пришло ни разу. И не пришло с пятой метки, там где не трофейник, где обычный приходил. Вот с нее тоже еще ничего не пришло. То есть две метки это достаточно такие пустые оказались у меня. Возможно, нужно попробовать поменять прикормку. Может, с другой прикормкой будет получше. Сейчас посмотрим. Еще чуть пройдусь по точкам, покидаю. Если не будет, то буду менять прикормку.
попробую закинуть сейчас на другую точку, потому что тут совсем тихо. Хотя вроде чуть клевало. Если нет, то поменяю иконку. График вроде как увеличивается, должно клевать хорошо, но что-то совсем все тихо становится. Говорил Антошка, прошел час, и клев прошел. Хотя у Антошки было 22 килограмма за час, у меня за час всего 13 килограмм. По сути, используем одни и те же метки. Почти одно и то же все. Ну, кому не везет в соревнованиях, повезет другому. Напоминаю, что у нас сегодня будет соревнование, в котором будет разыгрываться DLC-шка. После, ну, через час я создам это соревнование. И там будет 15 минут времени у всех, чтобы зарегистрироваться. На экране появится пароль для доступа к этому соревнованию, потому что будет соревнование только среди зрителей и подписчиков. То есть тех, кто захочет поучаствовать в данный момент. Оно будет длиться полчасика. Будем ловить на озере Фелкон форельку. Чтобы была какая-то поклевочка. Да, кстати, достаточно странно, что клев так обрубило. Вот. Просто на убой не клюет. По чуть-чуть даже пробую подматывать, прочее. Вот кастеры поставил. Возможно, сейчас обратно на горох вернусь. Просто со вторым крючком попробую, как будет так клевать. Хотя на первый крючок прекрасно вначале зашло. И как бы и трофейка пришла, и у них пришел, сколько чего у меня пришло. Ну и потом вот тоже обрубило и просто перестало клевать. Можно, конечно, попробовать рандомно кинуть другое место, а не по этим точкам. Сейчас на ту еще метку закину. Если нет, то буду пробовать в другое место куда-то закинуть. Впечатление, что лещ куда-то ушел. Вопрос, куда? У нас как бы еще ямы тут есть, то можно еще попробовать по ним покидать, обловить. Посмотреть, где что будет. Сейчас уже смотрю, на 49 место меня сместили. Я уже 200 грамм приконки раскидал влево-вправо. А результата пока ноль. Ну или попробовать поменять сейчас прикормку. Возможно, с другой прикормкой чуть лучше будет заходить. Погода вроде как бы относительно такая средняя между теплой и холодной.
Ну, как бы, да, похоже, все-таки прикормка перестала работать. Нужно менять прикормку, потому что совсем не айс. И осталось 50 минут, нужно хотя бы что-то поймать. Смотри, уже сейчас заодно посмотрим, сколько топ-20 у нас. Топ-20 на данный момент 25 килограмм, но, как понимаю, он будет стремительно увеличиваться. Потому что я вижу вот уже 30 килограмм на 14 месте, и топ-5 замыкается 40 килограммами. Антошка, кстати, на 7 месте находится, красавчик. Так что у Антошки все шансы пройти квалификацию. Так, а сейчас у нас пробуем замешать что-то другое по прикормке. Ну, по крайней мере, сейчас, наверное, я возьму, просто поиспользую прикривер. Она для теплой воды, с большими глубинами. Как раз тут большие глубины подходят. Ну, я немного буду ее замешивать. Посмотрю, как что будет. По крайней мере, сейчас чистую чуть покидаю. А там дальше, если что, изменю на другой вариант. И обратно ставлю горох сладкий. С первым крючком, то есть все, что было в самом начале, и иду опять на эту меточку. Это у нас сзади у нас. Так, посмотрим, как будет вести себя эта прикормка. Все-таки тут глубины есть. И она рассчитана на глубину. Ну, можно попробовать еще на самом деле замешать какие-нибудь аттрактивы, добавить для леща. Ну, это будет следующий этап. Кстати, есть поклевочка. Сейчас посмотрим. То есть, по крайней мере, уже есть интерес, есть поклевка. А то до этого была тишина. И смотрим, что у нас будет дальше. Ну, глубина 10 метров. Это большая глубина, как бы. Привет, Даркист. Ну, тут не только то с ракушками есть, тут еще вот, если закидывать на 32 метра, там будет дно с торчащим колесом. А, да, турнир идет в Fishing Planet.
Третья квалификация проходит, но как-то в данном случае ловить особо леща не получается. Более-менее неплохо у меня заходил лещ на Гентезене, но я там занял 51 место занял по итогу, хотя за 2 часа вышел на 13 место. Ну, к концу квалификации было 51 уже место. Вчера я толком не участвовал, то что вчера по работе поздно пришел. Вот решил первую, отыграв, поиграть во вторую, в третью сразу квалификацию, пропустив вторую. И, честно скажу, как-то поначалу зашло неплохо. Пришли трофейники, пришел уник, и потом просто клев остановился. А, фишермани нету. То есть это новый турнир, его не было в прошлом году. Его только стартовали в этом году, и, соответственно, его не, нету фишмани, он только в фишинг планете. Фишмани будет, ну, так же, как и в фишинг планете, в марте будет турнир по сомам. То есть это будет стартовать с реки Madwater, и дальше будет идти по другим рекам. Кстати, можно будет провести соревнования по этим местам, чтобы обловить сомов и уже чуть-чуть подготовиться к турниру, который будет у нас в марте. Ну, где-то в районе 10-15 числах марта, скорее всего, будет. Что сейчас этот турнир проходит, и потом, наверное, месяц через пол они дадут тот турнир. Совсем тихо. Хочу попробовать все-таки другую прикормку еще взять. Точнее, как взять? Смешать сейчас прикормку. Так, у меня есть где вот наш Big River. Грамм 500 возьму его. Так, у меня с собой есть аттрактивы, теплая вода. Горох, да, вот с горохом он как раз идет. 68, побольше. И есть у меня так, да, вот лещ, погодное условие, аромат. Берем его. Ну и закидываем, сколько даст. Так, что как-то у меня неровное получилось. Ну, сейчас чуть меньше, значит. Этого поставлю 60. И поставлю этого. Стоп, мне наоборот нужно добавить этого чуть-чуть. Я, ну, может добавить тут нельзя, тут максимум. Значит, добавить нужно тут будет чуть-чуть. 62, так чтобы было ровно 950 килограмм. И попробую сейчас поставить эту прикормку. Посмотреть, как будет заходить с ней. Это же у нас таки будет чуть получше, я думаю. Может будет как раз в такую погоду привлекать. На этой же тут метки сейчас закину, чтобы уже изучать. Да, шанс пройти на самом деле у меня катастрофически уменьшается к нулю. Мне сейчас нужно ловить уника за уником, чтобы уже пройти. Потому что у меня вот, по сути, полчаса поклевки. Ну, поклевка была, но клева не было. Поэтому сейчас вот буду пытаться как-то так хоть что-то словить, чтобы не с пустым садком уходить. Ну и, возможно, тем, кто будет после меня ловить, смогу показать, какая лучше будет прикормка, какой час. Соответственно, иметь возможность половить лучше. Ну, 42 это топ-5. Я думаю, разница будет то между топ-5. Ну, да, топ-5 и топ-20 килограмм 5. Может, килограмм 7. Так что, думаю, 35 килограмм это будет минимальный проходной. А то и 37-38 где-то килограмм. Ну, по крайней мере, в любом случае нужно минимум 35 килограмм ловить. Эта прикормка совсем, смотрю, не заходит. По крайней мере, на ней идет полная тишина.
Разве что попробовать ее с кастерами закинуть. Ну, думаю, результат будет такой же. Что с горохом, что с кастерами. Да, полностью обрубила клев. Значит, меняю. Сейчас попробую вообще без прикормки закинуть в это место. Если нет, тогда даже, наверное, не в это, а в другое место поеду, покину без прикормки. Просто ради интереса кину сюда. Посмотрю, как будет себя вести чистый горох без прикормки. Возможно, сейчас график изменился. И не надо использовать ее. Ну или если нет, то попробую Active Feeder уже. Посмотреть, как с ним будет заходить. Кстати, на чистый горох без прикормки клюнуло. Клюнул, судя по всему, трофейничек, ну или близкий к трофейнику. Ну, попробую сейчас, значит, круг сделать без прикормки с чистым горохом. Это или совпадение, или так оно и есть. Сейчас посмотрим сначала, что это идет. На самом деле очень много было времени потрачено в понимании, почему не клюет. Пришел трофейничек на 2-3 килограмма. То есть если не клюет с прикормкой, пробовать убирать прикормку и кидать без нее. Нужно. Ну, сейчас пройдем на предыдущие места, посмотрим там, как будет клевать.
Есть поклевочка. Так. По крайней мере, кого-то заинтересовало. Посмотрим. Да, конечно, вполне реально достать более крупные экземпляры. То есть у меня вот максимально было 54 килограмма на этой реке. Это белуга ловилась. Ну и, скажем так, она очень сильно сопротивляется. То есть поспешил подсечку сделать. Очень ощутимым. То есть порой там можно тянуть ее 15-20 реальных минут. Но вот при этом такая вот рыба достаточно доставляет массу удовольствия, когда ты ее достаешь и видишь такого крупного образца. Поэтому, как бы, почему сейчас всем нравятся крабы, потому что там можно, ну, это локация голубых крабов, потому что там можно половить тарпонов, и тарпоны тоже в районе 60 или 70 килограмм максимальный экземплярчик идет. И он заставляет потеть, чтобы его вытащить. Идет еще вроде как трофейничек идет. Такой хороший N26 трофейничек пришел. Да, вполне. С 9-килограммовой удочкой чекажор можно вытащить. Он достаточно неплохо тянется. Привет, Алландатор. Сейчас в игре максимальная удочка по весу это 36 или 37 килограмм идет. Это спиннинг. И вот на этот спиннинг спокойно тащится, ну как, относительно спокойно вытаскивается этот огромный тарпон. Просто это еще зависит от рыбы, потому что есть, порой бывает, там форель тянешь, она сопротивляется. Тянешь в два раза более тяжелую, там, или щуку тянешь. Она очень сильно водит, сопротивляется, далеко утягивает леску. А тянешь в два раза более тяжелого сома на ту же самую удочку. И он дает меньше сопротивления. То есть, как бы, тут в игре реализовано, в зависимости от типа рыбы, разное сопротивление у нее. То есть, не только вес имеет значение, а еще и что это за рыба. Еще одна трофеечка должна быть. Хотя нет, это уник пришел. Да, это уникальный пришел. Несколько килограмм. Осталось полчаса. Ну вот, если сейчас повезет, за эти полчаса, может, чутка подловлю. Сейчас пока не рекину еще на одну точку, где у меня тишина была. Может, на ней начнет клевать. И буду вот по точкам бегать дальше. По крайней мере, сейчас есть поклевка. Это хорошо. Я вот зря долго пытался с прикормками, нужно было пробовать сразу снимать прикормки, наверное. Потому что без них пошло намного лучше.
крайней мере, два уника есть. Есть трофейники. Есть поклевка сразу на этом месте, в котором была тишина. Только поспешил ее достать, но сейчас посмотрим. Думаю, еще раз придет. Нужно перезабросить будет на эту метку, потому что была поклевка, я спугнул ее. Ну, я рад, что мои точки помогли Антошке. Надеюсь, Антошка сможет пройти. По крайней мере, сейчас он находится на топ-5. Да, уже топ-5 место. И я думаю, у него все шансы есть пройти на полуфинал. Даже не все шансы, он, скорее всего, уже точно проходит в полуфинал. Так что все-таки результаты этих точек есть. И хорошо, что я прошел, проловил немножко, поискал. По крайней мере, они помогли человеку выйти в полуфинал. Ну, сейчас уже на 6 место сместили, но это как бы там пару грамм, то не критично. Я думаю, в любом случае, больше 40 килограмм уже он останется в топ-20. А может даже сейчас еще и на первое место выйдет. Пойду сейчас заброшу в другом месте. Ну, только что был на 5-м, чуть сместили на 6-е, но думаю, шансы у тебя есть сейчас еще подняться в топ-5. У тебя сколько осталось минут до конца?
Кстати, они смотрели, китайцы не прошли ли случайно в предыдущих двух квалификациях? Или они тут будут пытать свою удачу? Ну, тогда, в принципе, у тебя все шансы есть еще пройти. Так что будем надеяться, что тебе удача улыбнется, и ты сможешь пройти в полуфинал. По крайней мере, расскажешь, как он там. Это, судя по всему, тоже трофеечка идет. Хорошо. По крайней мере, за полчаса до конца. Может, я хотя бы приближусь к топ-20, даже если не войду. Но хотя бы буду находиться в пределах топ-20. Пока смотрю, сейчас максимальная рыба, ну, из топ-5, это 3 килограмма 988 грамм. Для меня вот уникалочка пришла третья. Осталось полчаса до конца квалификации, и сразу же после этого создам соревнование на озере Фелкани, где мы будем разыгрывать DLC-шку Salt Match Pack. И вот попробуем сыграть эталонку на 2 килограмма, максимально, так сказать, максимально эталонную форель. Можно будет ловить любую форель, обитающую на озере Фелкан. Это радужная форель, это красногорлая форель, это кумжа. И в зависимости от того, что вы выберете ловить, у вас будут приходить разного образца экземпляры. Какие-то будут более близкие к 2 килограммам, какие-то будут больше. Ну, вот как на меня. В любом случае нужно будет ловить кумжу для того, чтобы поймать самый крупный экземпляр, чтобы был второй критерий. Ну и ловить, скорее всего, наверное, ту же самую кумжу или радужную форель, чтобы приблизиться к 2 килограммам. Сейчас я вот буду переходить на другую локацию, когда я гляну, что для этого испытания нужно, потому что я, честно сказать, его не помню наизусть. И вот тогда скажу примерно какие локации. На самом деле просто открывается, вот, когда на глобалке находитесь, открываете карту и смотрите, по каким локациям ловится та или иная нужная рыба. Соответственно, от нее смотрите, что, куда лучше поехать. То есть трофейные карасики ловятся неплохо на Weeping Willow, но это локация 50 уровня. Там два типа карася обитает, золотой карась и серебряный карась. Также тут, кажется, на этом озере водятся карасики, на этой реке, на Ахтубе. Ну, еще нужно смотреть, возможно, трофейные... Да, вот, кажется, трофейные карасики есть еще на Лесни Вилла. Это начальное европейское озеро. У нас третьего или четвертого уровня доступно.
просто есть поклевочка, по чуть-чуть клюет, так, ну, не хочет брать. Может, просто мелкий экземпляр. Ну, уже в любом случае буду продолжать на горох ловить с крючком единичка. Жду, наверное, еще секунд 20. Если нет, то буду доставать, ехать на предыдущую точку. Ну да, идет тишина. Еду обратно к мостику. Вот хотел посмотреть, что у нас по топам. Вот Антошка занимает 6-е место, его догоняет, хотя Миша уже все, он уже отловил. Так, GPB не помню, Викинг тоже уже отловил. И вот топ 20 в данный момент 32 килограмма у нас замкает, но я думаю, еще будут входить сюда. И что у нас, 37 игроков отловили, 48 сейчас еще ловят, и всего 290 игроков идет в полуфинале. Еще квалификации, из которых 20 человек попадут в полуфинал из оставшихся. И по миссии меня спрашивали по трофейной. Сейчас посмотрю, что у нас есть. Платва и карась. То есть, да, серебряный и золотой карась обитает там. Трофейная красноперка. Даже не помню, где нужно смотреть. Даже сейчас гляну, что у нас вот тут, на реке. Просто ради так вот вобла. Кстера. Красноперка трофейная есть на этом на этой реке. Дальше плотва трофейная тоже на этой реке есть. Серебряный карась есть на этой реке. Что у нас? И все. Вот. Три экземпляра можно поймать на Ахтубе. Нужно будет поискать, где они тут обитают, чтобы трофеи половить. Хочу Ахтубе уделить побольше времени, что на нее особо не езжу, но на самом деле очень хороший водоем. И вот я сегодня так чуть походил, половил, и можно так, я сейчас смотрю, много уников обитает тут, много трофейных экземпляров можно поймать. Единственное, нужно просто обловить каждый график, чтобы понимать, когда лучше что ловить. Ну, Антошка, надеюсь, что завтра ты не дальше 10 места уйдешь, ты даже еще немножко получишь денежки за победу в квалификации. Я думаю, все-таки у тебя победа в кармане, то есть ты квалификацию проходишь и в субботу будешь участвовать в полуфинале уже. Будем за тебя болеть в полуфинале. На самом деле на Ахтубу можно было поехать бы сегодня. Просто когда происходят турниры, такие как сейчас турнир идет, то чем плюс этих турниров за 20 тысяч, ну, регистрация на турнир стоит 20 тысяч, и за это время дается недельная доступа на все водоемы, которые участвуют в турнире. Очень часто участвуют высокоуровневые водоемы. Соответственно, на таких высокоуровневых водоемах игрок начинающий, там, заплатил 20 тысяч, он может поехать и на тех водоемах половить. Причем лицензия на водоемы тоже дается. То есть, по сути, нужно только оплатить поездку и оплатить
участие в турнире. И неделю можно ездить по таким водоемам. Это очень выгодно, очень удобно. Попробую сейчас опять прикормку закинуть, которую до этого кидал. Даже круг прошел без прикормки, и все, и опять клев прекратился. Ну, можно попробовать еще раз просто перезакинуть чуть дальше. То есть докидал. Посмотреть, как будет. От 30 метров, я то, что говорил, на дне видно колесо. Когда падает. А, да, белуха клюет ночью. Но днем, по крайней мере, меня ни разу не ловилось. На сомовой метке. Ну, вот я ее ловил там, где сомы ловятся. Вот, там, где это, одна из меток у меня стоит на леща. Вот там ловится белуга. А, кстати, да, белугу нужно поймать, что она-то закрывает одну из трофеев. И вот, наверное, сегодня создам сейчас сорик. И хотя... Не, потом приеду сюда ловить. Не хочу тратить времени сегодня на белугу. Потому что она, если клюнет, она будет очень долго. Блин, опять. Что у меня привычка рано дергать. Ну вот сегодня у вас в глобус будет прекрасная возможность изведать Falcon, потому что там будет разыгрываться пак с доступом на локацию 54 уровня, плюс удочка будет крупно разыгрываться. И шансы есть победить у каждого. Буквально через 20 минут будет создаваться соревнование, и все вот зрители канала смогут поучаствовать и попытать свою удачу, чтобы выиграть это соревнование. Хотя я смотрю, на первом месте уже 47 килограмм. Интересно, дойдет ли первое место до 50? Но я думаю, это мы завтра уже узнаем. Сколько у меня всего поймано экземпляров? Садок. 13 экземпляров у меня поймано. Да, это все 3 уника. 4 трофейки пришло. И остальное обычные экземпляры. То есть, по сути, мне нужно еще пару уников хороших таких поймать. И тогда, возможно, будет шанс даже пройти. Ну или поймать сейчас белугу и до конца квалификации тянуть ее. А может даже чуть побольше. Ты знаешь, что нет шанса? Не, у тебя шанс на самом деле очень большой, Антошка, пройти. То есть 42 килограмма – это хороший результат. И я думаю, что меньше, ну, рубеж будет замыкаться где-то 38-40. И ты как раз в этот рубеж попадаешь. Ну, первое, там было больше игроков гораздо. И те игроки, которые участвовали в той квалификации –
они прошли. И также прошли те, которые на втором этапе были. То есть 40 игроков, хорошо умеющих ловить леща, прошли вперед уже. И осталось вот как раз, если так брать, то Гентёзен, у меня было по итогу было 51 место, минус 40 этих игроков, ну, образно говоря, минус 40 игроков, то вот у меня было сейчас 11 место, я думаю, там. И то же самое в твоем случае, я думаю, у тебя будет, ну, не выше 15-го, точнее, ниже 15-го ты упадешь. Поэтому, ну, в любом случае, мы завтра это узнаем. Там, или я буду прав, или я ошибусь. А так, я думаю, все-таки будет хороший тебе результат. И ты сможешь побыть в полуфинале, побороться за место в полуфинале. Точнее, за место доступа в финал. Тем более, тут очень хороший набор разыгрывается, хорошая сумочка. Я думаю, она по размерам, скорее всего, чуть больше стандартной. По крайней мере, я не нашел нигде ее характеристик. И от победителей, надеюсь, поделятся информацией, какие параметры у этой сумки. Ну или мы на победителях ее увидим и посмотрим. Сейчас перезаброшу. Не нравится мне, что была поклевка и тишина настала. Осталось 15 минут у нас до конца уже. 26 килограмм у меня. 27 место. И в садке еще есть место для 7 экземпляров. Так, нужно ехать в другое место, что совсем тихо. Поеду сейчас там, где уник пришел. Может, что-то придет. Ну, или, в принципе, давно не забрасывал налево. Кинуть сюда вот налево. Уже 29-е, смотрю, место чуть-чуть смещает. Вниз.
Сейчас буду переходить между локациями, посмотрю там в миссиях, что нужно забрать или поймать. Поклевочка. Привет, аватар. Спасибо большое. Ну, удача у меня. Судя с его, сегодня от меня отвернулась немножко. Осталось 10 минут до конца. Ну, зато хоть немножко сегодня форельки половлю, потому что форельку я люблю. Люблю очень ловить. И как бы вроде даже получается мне ее ловить. Что, ну и что такое, хороший трофейничек должен был прийти. Да, это трофейный образец. А, не, уникальный, на 3-3 килограмма. Очень хороший образец пришел. Я даже сразу, наверное, поставлю меточку. Потому что у меня там стояла обычная метка. Поставил все уникальную. Четвертый уник пришел уже. Привет, Свитрим. Ну вот у меня 4 уника сейчас. И, наверное, где-то 4 трофея. Или 5 трофеев. Ну, как бы да. В следующий раз у нас будет турнир по сомам, так что будем пытаться ловить сомов. Хотя, думаю, ранее мы пройдемся по всем локациям, где будет проходить турнир, и половим командными соревнованиями этих сомов. Может, даже начнем, ну, не знаю, может, посмотрим по итогам. В субботу, может быть, мы вернемся еще на Ахтубу, половить тут леща, немножко вспомнить, как что. Пройтись немножко по другому графику, может быть. Такой мини-полуфинал устроить для тех, кто не прошел в сам полуфинал. Что даже, может быть, устроим его тоже двухчасовым во время полуфинала. Чтобы сделать полную иллюзию присутствия. Ну и плюс, думаю, в субботу разыграем еще одну DLC. Сегодня одно разыграем, в субботу еще одно. Осталось 8 минут до конца. Сейчас жду тут, наверное, секунд 20. И буду бежать к мостику. Блин, случайно подмотал в момент, когда была поклевка. Эх, сам себе испортил поклевку такую хорошую. Шклевала очень даже активно. Хотя вот она вернулась, догнала. Посмотрим. Возможно, заинтересуется.
поклевывает, смотрит. Ну, подождем немножко. Может, еще один уник будет. Было бы хорошо, конечно, сейчас еще одного уника поймать. Ну, поймать максимально, там, 4-килограммового уника. Чтобы по максимальному критерию получить такие утешительные плюшки. Что идет поклевывает 58 метров длина. Я обычно там на 66 закидывал, по чуть-чуть подматывал, на 58 метров подмотал. И тут есть активность какая-то. Сейчас чуть-чуть еще подмотаю, посмотрю. Пошла поклевка. Активно как-то поклевывает, но не хочет клевать. То есть можно маленький экземпляр идет. Поклевала, поклевала, ушло. Сейчас по чуть-чуть буду подматывать еще. Секунд 15 подожду. Хотя уже 4 минуты осталось. Можно, в принципе, доловить. Дождаться, что тут клюнет. Ну или перезабросить, попробовать. Я сейчас перезаброшу просто. Три с половиной минуты до конца, и вот сейчас буду уже скоро создавать соревнование, в котором будет разыгрываться DLC. Я думаю, можно создать уже сейчас его соревнование краски, пока я закончу. И это, все это время будет висеть табличка, показывающая пароль. Сейчас посмотрим. В любом случае, сейчас, наверное, доиграю, чтобы уже не терять время. И потом будем создавать все. Будем смотреть, где что, как играть. И как стремиться к победе. Ну, да. Чуть-чуть позже, чем 11:30 завершил турнир. Поэтому время будет. Ну, в принципе, 45 минут. Так сказать, 10 минут на регистрацию будет. Я думаю, 10 минут, в принципе, достаточно будет на регистрацию. Осталось уже 1,5 минуты. Чуть подтягиваю. Что-то опять поклевывало. Тут что-то хочет взять, но не берет. Может, хоть напоследок. Самый-самый конец. Последнюю минуту достать уже.
Так, осталось 30 секунд. Сейчас буду создавать соревнования. Ну, я, в принципе, уже достаю это. Не буду ждать до конца. Не получилось у меня пройти квалификацию, к сожалению. Ну, ничего страшного. Будут еще турниры. Будем еще участвовать. Зато в субботу будет прекрасная возможность сыграть на реке Ахтуба. Половить леща в командном соревновании. Только не 2 часа, а час половить. Все, тут пройдено. И создаем соревнование на сейчас. Это будет соревнование на озере Хелкан. Оно не спонсируемое, оно каждый сам за себя. Так, ставим приватное. Пароль ставится. Пароль будет F300P. Он уже появился на экране. Запланировано на 23:45, то есть стартует через 10 минут. График топовый. Время соревнования 30 минут. Ловить красногорлая форель, кумжа, молодая радужная, орегонская радужная, трофейная красногорлая, трофейная кумжа, трофейная орегонская, трофейная радужная, уникальные образцы. Лучшее соответствие весу 2 килограмма. Доступны все удочки, садок и кукан доступен. Так, все полностью создал. Проверим. Ну, призовой фонд поставим, чтобы какой-то был. Регистрация там это минимальная. Так, все создано, все нужные экземпляры есть. И нажимаю опубликовать. Алексофт каждый сам за себя создано. И можно уже присоединяться. Я уже даже вижу первых игроков, присоединившихся. Пока все присоединяются, я спокойно поеду на Falcon. Не забываем большие буквы, пароль висит на экране сейчас, F300P. Ну, я пока себе собираю удочку. Так, что мне взять? Это сюда закинуть, это сюда. Разбираем по чуть-чуть снасти. Где моя... Пайк Винер мой любимый. Единственное, что я сюда поставлю флюкарбон. Так, где мой флюкарбон? Я его что-то выложил. Соревнование называется Алексофт, каждый сам за себя. Присоединяемся к нему. Тогда вот флюкарбон мой. На 5,5 килограмм. У меня вот такая более-менее сбалансированная снасть будет. И беру свою любимую. Где она у меня? Она у меня с собой должна лежать. То, на что я хорошо ловится форель у меня, это X-Series безбородочная блесна. Так что я готов, еду на озеро Falcon, где оно у меня находится. Вот, ну, хорошо иметь там безлимитную лицензию, не надо задумываться. И сейчас посмотрим, сколько уж людей присоединилось.
Через 6 минут стартует соревнование. Уже 11 человек присоединилось. Сергеич, нажимайте готов кнопочку. Вот, смотри, уже 12 человек. Тошка просит показать катушку. Катушка 5,5 килограмм. Это ее, на нее набился. Ну и, соответственно, флюкарбон тоже 5,5. Такой вот. Буду ловить таким набором. И рекомендую для таких флюкарбон использовать для форелей, потому что форели намного лучше клюют на флюкарбон. Ну а ловить я буду вот на этой локации. Суровое очарование природы. Что у нас по спорту? 12 человек уже зарегистрировалось. Сергеич, нажимайте подтвердить. Готово кнопочку. Осталось 5 минут до начала соревнований. Тут уже 13 человек. Хорошо. Не забываем, присоединяемся. Пароль висит на экране. F300P. Ну, это набор шел в DLC-шки. Поэтому он как бы как был. Удочка и катушка. Я его не менял. Сергеич нажал готов тоже. 14 человек уже участвует. Осталось 4 минуты. И отказки тоже на минутку за ФКшу. Я снова тут. По-прежнему 14 человек. Ну, теоретически можно еще на вертушку ловить сверхлегкую. Как бы вот тоже X-серия у меня есть. Где вот, сейчас ее покажу. Так, вот в самом низу у меня X-серия есть сверхлегкая. Так, нет, вот она. Нет, стоп. 3.0. А вот безбороздочная сверхлегкая 6-граммовая. Ну, не знаю, мне на вертушку хуже получается, чем на узкую блесну. Поэтому я больше люблю узкую блесну. Так, осталось 1,5 минуты. Не забываем подключиться. Пароль висит на экране. Осталось всего 1,5 минуты, поэтому подключаемся. Подключаемся сейчас. 45 минут старт.
Все нажали подтвердить. Хорошо. У нас 13 претендентов на DLC. Я просто буду ловить не спеша. Даже если мне придет экземпляр нужный, то значит человек, если я каким-то образом займу первое место, то значит победа будет второму месту. О, еще один человек присоединился. Хорошо, 20 секунд, успею нажать кнопочку готов. Вот, хорошо. Скорее всего, да, лети брали какой-то другой локации. Началось соревнование. Заходим на локацию и начинаем ловить. Я на свои любимые камушки становлюсь. Погодка хорошая, светит такое. Солнышко выглядывает, не жарко. Так что самое время для форели. Тут ловится первый экземпляр на 300 грамм. Тут же ловится кумжар на 1,8 килограмма. Ну, я свою любимую радужную форель буду ловить. Нет, они мне тоже кумжа пришла. Ну, поздравляю с уникалочкой. Уникалочек будет, думаю, много сейчас. Первое место пока у нас занимает Хаки. Первое место уже изменилось. Сергей Сергеевич на первом месте. По самым берегам почти что клюнуло. Сейчас посмотрю, что это. Оно похоже на кумжу. Да, это кумжа пришла на 1,8 килограмма. Я сказал, уников будет много. Вот уже второй уник в чате появился.
что крупненько идет. Наверное, это будет все-таки уник идти. Да, по виду очень крупная. Это радужная форель. То есть это все-таки на уник больше похоже. Да, такой уник на 3 килограмма, 42 грамма. У нас прошло 5 минут. Лидер пока Сергей Сергеевич идет. У него пойман на 71 грамм, отличающийся от эталонного. Три раза клюнуло и три раза соспало у меня. Что такое тяжелое пришло? Это мужа, скорее всего, пришло. Две уникалочки подряд прилетели. Да, это кумжа повисла. Трофейная, походу, судя по всему. Какой-то хорошенький экземплярчик трофейный кумжа. Так, у нас обновилась табличка лидеров. Инна поймала 2 килограмма 49 грамм. Но еще такое прошло 8 минут. Впереди еще 22 минуты. И есть у всех шанс. Сергей Сергеевич ловит 1 килограмм 950 грамм. И вот на 4 грамма не хватает для того, чтобы занять первое место.
На спиннинг чудесно клюет тот форель, почти каждый заброс идет по экземпляру. Сергей Сергеевич занимает свое первое место, которое он долго удерживал. Он все улучшает, улучшает свой результат, стремится приблизиться близко к 2 килограммам. Тем более максималочку он уже поймал. Он поймал кумжу на 3 килограмма 437 грамм. И теперь нужно ловить уже 2-килограммовую или кумжу, или радужную форель. Так, что я вижу? Пришел радужная форель на 2 килограмма 11 грамм. Первое место 2 килограмма 11 грамм. Это уже будет очень тяжело обойти, но впереди еще 19 минут. Я вижу в чате 2 килограмма. Сейчас посмотрим, что будет. Кумжа на 2 килограмма. Насколько это было ровно к 2 килограммам приближенно? Ровно 2 килограмма. 2 килограмма 0,0. Даже вот не знаю, что сказать. Это, наверное, самая эталонная форель из всех эталонных форелей. Это была только что поймана. Но впереди еще 17 минут. И, возможно, это не последняя эталонная форель, которая была поймана. Осталось 15 минут до конца соревнования. И сейчас у нас первое место занимает Caps Lock. Поймав эталонную форель ровно на 2 килограмма, это кумша была. И в
второй параметр у него 3300. То есть сейчас, чтобы обойти капслогом, нужно понимать такую же эталонную форель, ровно на 2 килограмма, и иметь второй параметр максималки больше, чем 3 килограмма, 317 грамм. То есть нужно уже будет в двух направлениях сразу ловить. На своем чате приходят экземпляры, приближенные к эталонке, но пока еще достаточно далеки от идеала. На своем Юрий улучшает параметры, хочет, чтобы был у него максималка гораздо больше. Сейчас уже пришла ему трофейная кумжа на 3 килограмма 440 грамм. То есть теперь нужно уже еще более сложные условия для того, чтобы обогнать. Пришло мне 2 килограмма 42 грамма, ну, вывело меня немножко на третье место, для того, чтобы не теряться из таблички. На третье место выходит мохнатый луни, поймал 2 килограмма 21 грамм. И остается 11 минут у нас до конца соревнования. Табличка лидеров пока не меняется.
9 минут до конца осталось. Влад поймал 3 килограмма 500 грамм кумжу. Антошка ловит тоже ровно 2 килограмма. И теперь Антошке нужно поймать максималку. Разница у них по максималкам идет 143 грамма. Две эталонные, две 2-килограммовые пришли. Творили. Одна пришла Юре, вторая Антошке. И вечер перестает быть томным. Остается 7 минут до конца. И будут ли еще такие экземпляры? То, что есть человек, которого максималка больше, чем у Антошки и у Юры. Ему осталось поймать только 2 килограмма. Пока первое место занимает Юра, второе место занимает Антошка. Как-то странно, меня в одну сторону повело, во вторую, потом клюнуло. Осталось 5 минут до конца. Лидирует пока Юра. Но за 5 минут может очень многое измениться. Даже никто не собирается отступать. Все активно ловят.
скажу, по итогам этого соревнования создадим, точнее, по окончании этого соревнования создадим соревнование на субботу. Командное соревнование, будет оно проходить на реке Ахтуба. Поедем в субботу, половим леща на этом чудесном водоеме. И попробуем уже другую погоду. С утренним графиком. Как я смотрю, Сергей Сергеевич приближается к лидерам, поймав уже на 6, близкую на 6 грамм отличную от эталонки. И, возможно, за 2 минуты Сергей Сергеевич займет свое первое место, которое было у него долгое время. Топ-5 мест – это уже 23 грамма отличной от эталонки. И остается 1 минута до конца соревнований. Тридцать секунд до конца соревнований. Все напряжены. Кто же все-таки останется ли Юра на первом месте? Или кто-то другой займет первое место? Финальный таймер. Идет отсчет. Так, финальный гонг. Ну, я чутка словил, 40 килограмм наловил за полчасика. На 9500 отбив поездку сюда. И смотрим, кто у нас победитель. Это капслог 21, он же Юрий. Поймав ровно 2-килограммовую. И второй у него параметр 3 килограмма 440 грамм. Поэтому система его определяет лидером. Поздравляем с победой. Участвовало все 15 человек. Очень хороший второй параметр был у Влада, я смотрю. Но ему немножко не повезло с эталонным экземпляром. Ну. А, вот сейчас в чате появился вопрос. Вот тема соревнования, какое будет завтра. А, завтра соревнования не будет, потому что завтра меня не будет. И сейчас мы создадим соревнование на субботу. Оно будет в 19:00 по Киеву. Но в 20:00 это по МСК. Будет оно на реке Ахтуба проходить. И поедем на Ахтубе половить нашего
известного леща. Уже у всех есть опыт его ловить, как ловить. Поэтому будем ловить его там, ну и пытаться победить. То есть у нас будет вот лещик наш. А условие второго параметра было, как бы говорилось, тот, кто победит в соревновании. Так, ставим, что у нас спонсируемое соревнование на Ахтубе. Угу. Так. График нет, такой не хочу, такой уже был. Вот, нет, вот этот график идет. Краски 1, 2, 3 и 4 часа. То есть мы с самого утра начнем ловить вот этот график. И завершим уже ближе. К 10 часам. То есть вот такой график будет великолепный. А час запланированный на 29 февраля на 19:00. Вот, выставил время. Так, поймать суммарно. Можно будет использовать подставки для. Ну, можно будет все, подставки, лодки использовать. То есть все, что нравится. Так, сейчас. У нас тут не дуэль, а командная. Так, все выставлено. Сейчас проверяю. Выставлено. Там все там выставлено. Река Ахтуба. И выставляем награду команде. Поставим, ну, поставим 70 тысяч награду. А вот кумжа, кстати, там любит. На камне она порой об камни бьется, тя перелетает. То есть так достаточно. Так, смотрим. Выставил. Ой, так что не то выставил, потому что не поставил. Сейчас поставим 70. Так, готово. И ставим регистрацию 2000, чтобы было побольше денежек команде победителей. Так, все выставил, называем. Fishing Game YouTube DLC, потому что на том озере будет разыгран DLC Bottom Pack. То есть это набор донных удочек. И вот мы его разыграем на этом командном соревновании, которое будет в субботу у нас. Так, все, мы выставили, проверяем. Ловим леща. Можно использовать подставки для удилищ, можно использовать садки, можно использовать все полностью. Так, все, все выставлено, отправляем. Все, готово, выставил. Ну и на этом мы будем завершать стрим сегодня. Всем спасибо большое за участие, было весело. Даже, я бы сказал, очень было весело. Так что я надеюсь, что также будет продолжаться и на других соревнованиях. И вот следующее соревнование у нас будет на реке Ахтуба, это будет лещ. Половим его, закрепим материал, как его лучше ловить, чтобы в следующий раз на турнире иметь возможность победить. Всем спасибо, до новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте играть и побеждать.